За рулем только девушки. В воскресенье в Ноябрьске прошел уже ставший традиционным конкурс «Автоледи». В этом году продемонстрировать свои навыки собрались 18 автолюбительниц. Кто в этом году стал обладательницей почетного звания, знает Ксения Епишева. Масштабы «Автоледи» 2013 с прошлогодними, конечно, не сравнишь. В этом году заявок на участие в конкурсе было не так много, всего 18. Но стоит отметить, что от этого соревнования не стали менее зрелищными. Настроение перед конкурсом у участниц, как говорится, было боевое, волнение минимум, позитивных эмоций максимум. Здесь собрались дамы самого разного возраста, на разных авто и с разным водительским стажем. Правда, шансы на победу в конкурсе у всех равны. Здесь роль играет даже не опыт. Тут скорее кому как повезет. Водительского стажа 6 лет у меня. Вот решила первый раз поучаствовать. Проверить свои силы? Да. Больше всего переживаю за теорию, потому что практика-то все время, на каждый день и водим, да, вот. А теорию как бы давно не открывала, правила, билеты, вот. И эти соревнования заставили открыть книжки, почитать, вспомнить, как в идеале должно быть это все. Одна из участниц на конкурс взяла даже своего маленького сынишку в качестве штурмана. Штурман всегда со мной. Насчет участия в конкурсе весна, хорошее настроение, поэтому решили попробовать свои силы. И вот судья делает взмах флажком. Соревнования открыты. Надо отметить, что уже первая участница показала себя довольно хорошо. Несмотря на габариты авто, девушка так лихо прошла змейку, как не всякий мужчина сможет. Не обошлось, конечно, и без неудач. Тем не менее, полигон по традиции – это всего лишь один из этапов соревнований. Гораздо труднее и волнительнее, по словам самих участниц, теория. Тут уже абсолютно не имеет значения, насколько хорошо ты водишь. Гораздо важнее – хорошая память. А пока участницы заново сдавали экзамены, зрители голосовали за лучшую фотографию с автомобилем. Итак, по результатам самым креативным было признано фото Лилии Мусиной. Специальный приз от госавтоинспекции получила Ксения Кабасарова. Ну а «Автоледи-2013» стала Людмила Кудрявцева. Ксения Епишева, Виталий Харченко. Новости нашего города.